Итак, Байкленд 2019. Посмотрим по территории, походим, что у нас здесь интересного сегодня. Кто проголодался, можно покушать. Красавчики. Да, красавчики. О, красавчики какие. Красавчики. Людей пока что не слишком много. Погодка, конечно, суперовая. Хорошо, дождя нет. Почти тепло. Можно протестировать. Кондочка. Тест-драйвы, естественно, как всегда. Это все. Ну, пойдем. Пошли. Их даже молодежь, у нас совсем младшее поколение интересуется мотоциклами. Это же так классно. Будущий байкер. Да? Как вам специализация для этих рыбачек? Мы будем Бэшечка, конечно, самый зачетный мотоцикл. А это клак мужская уже новая, да? Теннери 1200 тоже красавчик вообще.
мощная техника. Это 125-очка. Эндурик, бомбезный эндурик. Чики. Какие мини-байки. Мини-байки для младшего подрастающего поколения. Круто, нравится? Ну вот, уже и подрастающее поколение есть.